나 이거 또 뽑아. 이거 좀 봐도 또 그냥. 어, 내가 이제 이거 좀 뽑고 내가 뽑고. 자. 헤이. 줄매. 들어가 드나? 여기. 스마일도. 나 이제 스마일인데. 나가. где ты? А, время. 5 казанов. 5 казанов плова. Сульх. Примирение. Братьев. Машала, машала. 5 казанов плова готовят братья. Для примирения мусульман. Машала. Баракалла. Сейчас вот гостей встречаем. Должны из соседнего аула все приехать. Каракамир, Кумбатас. Везде. Здесь вот дастархан накрывает, братья. Аллах Акбар, рядами, машаллах, баракаллах. Это только на улице, не считая внутри. Длинные дастарханы, белые скатерти. Вот. Вот. Все ради Аллаха делается, братья, намерение. Вот там дальше. Дальше продолжается дастархан. Меняется. О, края не видать. О, куда уходит дастархан? Машаллах, пусть Аллах примет. Пусть Аллах примет труды всех джаматов. Мне прислали видео о том, как жители Кордайского района пытаются наладить мирную жизнь сами. О том, как диаспоры разных национальностей пытаются построить диалог между собой на мирной основе. 5 казанов плова, накрытые длинные дастарханы с белыми скатертями, с угощениями. Да, такие видео не приносят хайпа, много просмотров, популярности и так далее и тому подобное. Такие видео не рассылаются по ночам, по WhatsApp, по Telegram, ВКонтакте или в Одноклассниках в российских соцсетях. И люди постоянно должны помнить и задумываться, почему провокаторы могут это делать, рассылать такие рассылки с ночными поджогами, с погромами, с беспорядками, с насилием. И у них почему-то это получается. А вот такие вот светлые, хорошие, мирные видео о том, как надо учиться жить вместе, почему-то такие видео не имеют никакой популярности. Ни в каких там российских соцсетях, ни в WhatsApp, не получают достойного распространения. Я вот лично уже лет 5 как отписался, удалился во всех российских социальных сетях. Уже года 3 как не пользуюсь ни WhatsApp, ни другими мессенджерами российскими. И не чувствую никаких неудобств. То же самое призываю сделать всех своих слушателей. Подписывайтесь на мой YouTube канал, участвуйте в обсуждениях только на Facebook, и будет вам счастье. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши оценки, за ваши подписки. И до новых скорых встреч!